Итак, всем привет, дорогие друзья, и сегодня к нам на обзор попал протеинчик. У нас от фирмы, все время все забываю, я перемоталкиваю. У нас тут получается фирма EHS, это, кстати, польский протеин, как и островит. Вот, и тут у нас, короче, фирма у нас, походу, Iron Horse Cyrus. Вот, линейка у нас EHS Technology или EHS фирма, я так и не понял, там, короче, сайт у них Iron Horse называется, но к ним звонишь, короче, ну это в Украине у нас, они отвечают как EHS Technology. Ну, в общем, я напишу там название против у нас, как называется, ну и, соответственно, название то ли фирмы, то ли линейки, в общем, что-нибудь. Протик у нас называется здесь SVN Supreme Whey. Кстати, очень хороший протик, неплохо растворяется в воде, даже не неплохо, а очень хорошо. Я взял себе ванильный вкус, вот такой вот он на вид. Как видите, вот так вот он выглядит. Это надо перевернуть. Вот. Вот такой вот. Протеина здесь у нас получается на 100 грамм продукта. На 100 грамм продукта, ну-ка. 69 грамм протеина. Так, и 14 граммов углеводов. Углеводов, конечно, много. Так, тут у нас голограмма стоит, аминокислотный профиль у нас здесь есть. Все у нас тут есть, все у нас тут есть, наклеечки. Вот, но я так предполагаю, что этот протеин, как и островит, короче, как они его делают. Они сами не производят протеин, то есть они покупают уже готовое сырье у производителей, я не знаю, каких производителей они уберут. Вот. Ну, очевидно, что производители эти занимаются производством пищевых добавок, которые вот все спортфитовцы там у них тарятся, делают только свои упаковки, рассыпают их продукт по своим упаковкам и продают типа как свое. Вот, этот протик, короче, такой, ну, он, скажем так, не дешевый. Получается, упаковка стоит где-то 416 гривен на доллары. Это, получается, где-то 15 баксов. Или чуть дороже, по-моему, что-то такое. Вот, ну, в принципе, качество меня вполне устраивает. Растворяется хорошо, отличный вкус, кстати, не такой термоядерный, как у фирмы Power Pro. У них там вообще таким, не, ну, их вкус мне нравится, тоже классно, все, но этот как-то помягче будет. И что самое главное, он не прилипает к шейкеру, нормально растворяется, пьется. И самое важное, это то, что этот прот не вызывает вздутия. То есть обычно у меня с этим проблемы, а на этом протике у меня такого нету. То есть я пью сколько угодно. Вот в порции у нас тут получается 20 грамм протеина на порцию. У нас там мерная ложечка, я, кстати, мерил, там четко 30 грамм у них. Ложечка уже в упаковочке есть. Это очень удобно, потому что мне вот приходили там, допустим, Power Pro, по-моему, и еще какой-то был протик. Ложечки там не было. Приходилось столовой ложкой нагревать, что не очень удобно. Вот. Ну, в принципе, как бы, ну, это уже подирки. В принципе, можно и столовой ложки. Получается, 2 столовые ложки, это где-то около 40 грамм протика. Ну, такой вот у нас протеин. В принципе, по 5-бальной шкале я ему дам 4 с плюсом. Почему 4 с плюсом? Вечно скажете, я 1 балл где-то того, этого самое. Да потому что, блин, они вот сами его не производят, не делают. То есть покупают уже готовое сырье и по консистенции он очень похож на протеин островит. Растворяется одинаково, вкус приблизительно плюс-минус где-то так же. Вот, и я так могу предположить, что они там у себя в Польше даже у одного производителя этих пищевых добавок китарится. Вот, вот так вот, 4 с плюсом. Упаковочка красивая, ложечка есть, продукт мне нравится, можно употреблять, так что, в принципе, если вам надо хороший протеин, вот, пожалуйста, можете покупать этот. Мне он лично понравился. Так что рекомендую к покупке, ребятки. Покупайте, растите, обжирайтесь протеином. Только не сильно. И желательно, кстати, еще что хочу сказать. Если у продавца есть пробники протеинов, то обязательно сначала берите пробники. Не берите целую пачку.
потому что а вдруг у вас вздутие будет от этого протеина, поэтому вам лучше сначала попробовать пробник, вот, если все нормально, тогда покупаем пачечку, там 2-3, сколько надо, там, в общем, столько и берете. В общем, сначала покупаем пробники и пробуем и анализируем, подходит он нам или нет. Вот такие вот у нас делишки, ребятки. Так что всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки. Пока-пока.